Анонс и дата выхода с 281 по 285 серию турецкого сериала «Клятва». Новые серии сериала продолжат выходить с 26 октября. Серии будут выходить по одной в день. В новых сериях мы увидим, что когда Фариде уехала из особняка, то за нее стали переживать. Эмир смог найти ее и посадил машину. Он сказал о том, что не должен был ее отпускать. В этот момент Кумруд продолжает добиваться Кемаля. Она говорит ему о том, что с самого начала знала, у него есть к ней чувства. И на самом деле он не хотел, чтобы Кумру уходила. Кемалю не понравились эти слова, и он оттолкнул Кумру. Сама же Кумру решила разыграть сцену, что Кемаль к ней начал приставать. Она стала кричать и звать на помощь, и разрывала на себе одежду. В комнату зашла Нарин и ударила Кумру по лицу. Она сказала, что все видела, но сильно жалеет об этом. Кумру сбежала из дома, и Нарин бросилась ее догонять. Сынгуль узнала о том, что бывшая жена Хикмета находится в тюрьме, и она решила ее навестить. Джавидан не понимает, чего эта женщина от нее хочет. Эмир втайне наблюдает за Фериде. Аоя узнает о том, что Эмиру нравится эта девушка, и его глаза повсюду видят только ее. Такого Оя никак не могла ожидать. Когда Фериде увидела Эмира, то сильно удивилась. Она не может понять, почему он преследует ее и не хочет оставить в покое. Сам же Эмир растерялся и не знает, что сказать Фериде. Напомним, новые серии сериала продолжат выходить с 26 октября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.